Команды из 16 вузов выясняли, кто умнее. Самара принимала областной этап турнира «Что, где, когда». Правила почти как в знаменитой телевизионной игре, а вместо «Хрустальной совы» право выступить в составе сборной на окружном этапе и звание самого эрудированного студента региона. Три тура по 12 вопросов и минута на точный ответ, так же, как и в телевизионной передаче. За право стать лучшими знатоками в интеллектуальной игре «Что, где, когда» сражаются 15 команд. Они прошли отборочный тур на внутривузовском этапе. Залог успеха – это слаженная работа в команде. Все версии обсуждаются всей командой. Это мне кажется, очень редкий случай, потому что обычно кто-то лидирует, а у нас именно командная работа. В этой игре мы можем проявить все свои знания, умения, навыки. Да, есть какой-то адреналин между соперниками, другими участниками. Это круто. Интеллектуальная игра в таком формате в Самарской области проходит во второй раз. Это 11-й общественный проект, реализуемый аппаратом полпреда президента России. Совместная работа молодых инноваторов из Саратова и Мордовии, которая в 2015 году стала победителем на молодежном форуме «Иволга». Ребята, которые играют «Что, где, когда», это ребята, которые благодаря участию в такой игре, где нужно найти решение за короткое время, а самое главное – взять на себя ответственность, то есть доказать своим товарищам по команде, что именно твой вариант ответа правильно, убедить. Они, конечно же, приобретают бесценные навыки лидерские. И неважно, в какой сфере – в промышленности, в науке или в образовании, но они в дальнейшем эти качества успешно реализуют. Очень многие замкнуты внутри своей профессии, а тут от них требуется знаний пошире. Редакторы постарались затронуть максимальный спектр тем, скажем так, не зацикливаясь на какой-то определенной тематике. Здесь и гуманитарные науки нам встретятся, и технические знания потребуются. В награду победителям достанется не «Хрустальная сова», а право выступить на финальной Олимпиаде ПФО. Турнир пройдет в Саранске 17 марта. В сборную Самарской области по итогам «Что, где, когда» войдет 6 человек. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.